Что представляет собой эндгейм в Diablo 4? После прохождения основной кампании появляются рандомные испытания от Древа Шепота. По завершению 10 таких, древо дает вам ценную награду. Далее появляется возможность открыть более высокие уровни сложности на 50 и 70 уровнях. Для этого нужно пройти специальные подземелья, там и враги сильнее, но и награда соответствующая. Весь высокоуровневый лут ждет нас на следующих сложностях. Самым вкусным на кошмаре являются демонические вторжения. Это огромные участки на карте с кучей демонов, за убийство которых вы получаете специальную валюту. Из-за нее можно открыть сундуки с уникальной наградой на тех же участках. Эти вторжения длятся час, после чего валюта сгорает, а сундуки исчезают. Еще одной фишкой третьей и четвертой сложности является получение печати кошмаров, которые делают определенные подземелья в разы сложнее, но и награду дают соответствующую. В том числе и глифы для доски совершенствования. Также в эндгейме нас ждет еще парочка уникальных событий на карте, а кому и этого мало, скоро ожидается первый сезон боевого пропуска. Гринд ради гринда, но вроде бы весело. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новое видео.